Сочи начался пик сезона ловли самой известной рыбы Черноморского побережья – барабули. Если позволяет погода, барки в море работают с утра и до позднего вечера. А в этом году, отмечают рыбаки, рыба на удивление отменная. Какая она, барабуля 2014, выяснял на месте Алексей Меднис. На рыбалку артели выходят с рассветом. Погода благоволит, на море штиль. До намеченного места ловли 15 минут хода. Барк останавливается примерно в полукилометре от берега. Барабуля, или как ее еще называют, султанка, рыбодонная. Сети ставят на глубине. Раскрыться им могут помешать подводные течения. Но на этот раз удача на стороне рыбаков. Где и как ставить сети – это секрет каждой артели, своего рода коммерческая тайна. От умения их расставлять зависит объем улова, делится Владимир Исаулов. Ему 71 год, но с морем рыбак расставаться не собирается. Удовольствие от души, когда тянешь и видишь, что ты поймал. И сразу настроение поднимается и все такое. Первый рейс рыбакам принес улов 250 килограммов. Как пойдет рыба дальше, известно только самому Посейдону, шутят моряки. Накануне бок морей к ним был благосклонен. Общий вес барабули за день на работу составил больше 1,5 тонн. Кстати, продают ее тут же, на берегу. И спрос на черноморскую султанку есть. Отличное качество. Ее наш свежий, а не с холодильника, а с моря. Прямо на рынок несем. Все люди просят, только свежую у нас и берут. У нас даже отсюда в Москву везут, приходят с рынка, в Москву забирают. Барабуля вкусна в любом виде. Уха из нее наваристая, вяленая она не уступает по вкусам тарани. Но особенно хороша, считают любители этой рыбы, в жареном виде. У нас постоянно есть оптовики, которые постоянно берут рыбу. Мы уже традиционно с ними по несколько лет работаем. Кроме того, стараемся здесь продавать рыбу, потому что приходят очень многие, хотят подешевле купить. Вот, по оптовой цене. Стоимость султанки в этом сезоне сильно не изменилась. Оптом килограмм этой рыбы обойдется от 150 до 250 рублей. В розницу на 100 рублей дороже. Цена во многом, говорят моряки, зависит от спроса и, конечно, улова. Сейчас барабулю ловят исключительно вдоль побережья Сочи. Анапу эта рыба прошла. Так что на прилавках курорта сейчас действительно местный продукт. И как шутят рыбаки, санкции на количество этого продукта никак не повлияют. Сколько нужно будет, потребителям не только города, но и региона они привезут. Так что дефицита, по крайней мере, в этой рыбе на прилавках действительно не будет. Алексей Меслат, Машинский, Вести Кубань, Сочи.